всех тех, кто присоединился к нам в антракте. Собственно, что здесь происходит? Здесь происходит КВН, полуфинал, университетская лига, второй полуфинал, если быть точнее, сезон 2015. А вы все люди, которые принимают в нем непосредственное участие, потому что КВН без зрителей не бывает. А для такого замечательного зрителя, как вы, позволите себе такой комплимент, нашему КВН точно не случилось. Поэтому спасибо вам, что вы с нами. Первый полуфинал, и у нас есть уже два финалиста этого сезона, поэтому я попрошу их еще раз аплодисментами отметить. Это команда КВН «Бобрый Гейту» и команда КВН «Антиклизиаторная пушка». Ребята уже точно в обойме на 12 декабря. Что случится дальше, я, честное слово, не знаю, потому что так и сообщал, как и так же, как и вы, смотрю все происходящее на сцене впервые. И вместе с тем, мне, конечно, очень хочется, чтобы второй полуфинал, вторая игра прошли еще более непринужденной и веселой обстановке. Ну и чтобы начать, я предлагаю таким образом. Коллеги из службы безопасности, если там кто-то есть, запускайте прямо сейчас. Если кто-то опоздал, запускайте сейчас. Давайте лучше мы это сделаем сейчас, чем они пойдут потом. Пусть только все ходят. Друзья, давайте поприветствуем зрителей, которые опаздывают, и которые целый один человек. А нет, есть еще. 2, 3, 5. Молодцы. Хорошо. А я, с вашего позволения, представлю команды, играющие во втором полуфинале. Окей? Поехали. Сегодня за вторые путевки сражаются просто-таки команды КВН. Под ваши аплодисменты. Трио де Жанейро. Команда КВН «Сомнительное мероприятие». Команда КВН «Просто случай». И команда, у которой, видимо, так же все, как они и называются. Команда КВН «Все хорошо». Если вдруг кто-то только что подошел, специально для вас познакомлю с членами жюри, но у нас тут есть некие изменения. Вместе с тем мы постараемся это сделать быстро. Я называю, кланяюсь, человек встает, кланяется, все радуются, хлопают, КВН, ура! В том же порядке. Павел Полуродов. Алексей Сапрыгин. Наталья Татаринова. Да? Мигель Фернандес. Елена Медведева. Сергей Плотников. Андрей Валентинович Танкин. Василий Шириков. Евгений Стаханов. И Дмитрий Аверов. Ваши аплодисменты. Я, с вашего позволения, чтобы мы быстрее начали и уже погрузились в атмосферу творчества, ребят, пожелаю вам, в отличие от первой игры, чтобы у вас все получилось. Ладно, ни пуха, ни пера. Понимаете, да, какой градус эмоций, если я им сказал не то предложение, которое они хотели, как отмашку получить. И все, парализация. С нами традиционно наши друзья, партнеры, люди, которые нас поддерживают, и мы этому очень рады. Открытое акционерное общество «Ростелеком», генеральный партнер игр университетской лиги КВН. В этом году нас поддерживают яркие лидеры бизнеса Липецкого региона, компании СУ-5 и МКС. Мы благодарны за поддержку нашим информационным
информационным партнером радиостанции «Юмор-ФМ», информационному порталу «Первый Липецкий», который ведет сегодня онлайн-трансляцию всего того, что здесь происходит, телеканалу «Вот ТВ», который под пристальными сморщенными, неправильно слово, сморщенными, насупленными бровями развивается семимильными шагами Василий Васильевич. Утреннее шоу «Будильник» на канале «Липецкое время» и газета «Молодежный вестник». Все эти друзья делают так, что наше событие становится массовым, известным и в какой-то мере содержательным. И если вы не против, то мы вторую игру на тему «Осенний марафон» откроем также с конкурса приветствия на тему «На пути к Олимпу». На сцене команда КВН «Трио де Жанейро». Рио-де-Жанейро начинает путь к Олимпу. Там на кайфе выступаем, мы спешить вас будем без труда. Залечи, дуля, бабуля, братик и сестра. Рио-де-Жанейро с вами ловим кака. Александр! Чё? Чё-чё? Так, парни, давайте выступать. А, Максим, ты что-нибудь приготовил? Ты вообще кто? Амиго, здесь стоит пояснить. До сегодняшней игры с нами всегда была Катенька. Но сегодня ее, к сожалению, нет. Но вместо себя она позвала к нам крутого КВНщика Егорика. Ведь шути, Егорик! Мальчик, который делает все наоборот, съел джинсы и вытер руки шурмой. Парень, это все, на что ты способен? А тебя что-то не устраивает? Да, меня не устраивает. Саша. Да-да, внимание. Как ты считаешь, а есть ли жизнь после того, как я проломлю ему шпан? Пацаны! Здорово, бандиты. Меня бабушка позвала, я домой. Ну ладно, и что ты скажешь теперь? Я скажу, что твои друзья идиоты. Слушай, вообще-то они не идиоты. Эй, псы, сюда, внимание. Смотри, что есть. Опа, побежали, умнички. Егор, а тебе не кажется, что нужно разбираться по-мужски один на один? Вот и я о том же. Ну вот мы остались один на один. У меня вопрос. Почему мы взяли тебя на одну всего лишь игру, а ты уже все портишь? Все дело в том, что он ведет себя как баба. Что? Понял? Я не баба, это ты баба. Это я баба. Ну что, Микас, прозвучало два звоночка, а это значит, что после третьего Трио де Жанейро начнет показывать смешлючие номера. Добрый вечер, Дмитрий Николаевич. Давно хотел вам сказать, вы ведущий так себе. Я знаю. Начнем без третьего звонка! Амигос, каждый из вас уверен в том, что член жюри Евгений Стаханов дома не переодевается в женщину. На самом деле это далеко не так. Егор, а миниатюру объявить? А, да, миниатюра. Ботаника друзья подарили Бутану на час, но он не знал, что с ней делать. И так шла 55-я минута общения. Ну, ты, конечно, фантастическая женщина. То, что ты умеешь 10 раз колесо крутить, а потом сальто делать, это не каждому дано, знаешь ли. То, что ты школу в 15 закончила, я вообще шокирован. У меня IQ за 2 сотки переваливает, я и то в 17 окончил. Ты очень крутая. Но то, что ты котлеты вкусные делаешь, это надо проверить.
Слушай, пацан, 5 минут осталось, давай действуй уже, а? Сколько? 5 минут. Тогда, малышка Кексик Бэйба, сиди здесь. И через 30 секунд ты увидишь все, что хотела. Я за выпускным альбомом. После Госбурна на концерте переехали ногу газонокосилкой. Представьте, мальчик убил нелицензионный диск с игрой Call of Duty. Наконец-то есть в Ютубе. Какая графика, а какое музыкальное оформление. Не то, что мама своего Стаса Михайлова слушает. Там было другое солнце, другая совсем трава. Она сладенькая, амигос, случай во дворе. Ну, Максим, рад знакомству. А ты расскажи, как в наш двор попал? Да мы вот с женой переезжаем. А. Что говоришь, дорогая? Проститутку уже назвали. Это кто? А, это Нина Константиновна, она опытный человек, разбирается. Чего? Молчу. Будем соседями. Я, кстати, здесь живу неподалеку. Вон там вот, видишь, на тех качелях. Я что хотел спросить? Ты кем работаешь-то? Я учитель химии. Ой-ё, слушай. Ты можешь умеешь вот это пианино навороченное, вот это... Да, да. И вот у меня в глазу, да... Белок. Белок синтезирует. Да, я могу. Ой-ё! Слушай, а если ты умеешь синтезировать белок, может быть, ты тогда полтинник мне займёшь, а? Слушайте, а вам зачем? Ой-ё! Говорю честно, хочу устроить романтический вечер. Ну, пару глазированных сырков, бутылочку биобаланса, ну так, не до большого. Да иду. Ну так чё? Подождите, я же вас узнал. Да ладно. Вы солист группы «Жуки». Вот это ваша. Заткнись, собака, смотри, как надо. Для вас, амигос, выступала команда из города, где меняется погода, меняется инфраструктура, меняется к лучшему жизнь людей, но неизменным остается одно. С 22 февраля в кинотеатре «Спутник» премьера «Турецкий карбит». Рио-де-Жанейро! Чао, какао! Начало положено, но еще раз ваши аплодисменты команде КВН Рио-де-Жанейро. Это их версия приветствия по Путикалипу. А я напоминаю вам, что 30 октября в 22:00 возвращение легендарных вечеринок ЛГТУ Style, клубное посвящение студенты ЛГТУ. В эту ночь большой танцпол Гранд Парк и Эрмитаж откроет свои двери для 1000 студентов ЛГТУ и наших друзей из других вузов. Яркая шоу-программа, лучшие диджеи и МС города, атмосфера настоящей студенческой вечеринки в лучших традициях ЛГТУ. Билеты можно приобрести в правкоме студентов ЛГТУ. А мы идем дальше, и на сцене приветствие на пути к Олимпу от команды КВН «Сомнительное мероприятие». «Сомнительное мероприятие» в полуфинале играет в первый раз. И как и любой первый раз, продлится это недолго. Дорогие друзья, все команды настроены на победу, а мы настроены на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ. Эрис, верни ведущим листовки, ему за это деньги платят. А у вас наверняка складывается такое мнение, что люди, которые просто сидят на стульях и ничего не делают, ничего в жизни не добьются? Ну, тут недавно выборы в депутаты были. Как вам это, ребята, вполне успеха добились? А, кстати, на сцене появился Роман. В этом мире меняется многое, но одна вещь остается неизменной. Роман по-прежнему лох.
После первой интимной связи Роман не ел где-то неделю. Но, как он сам сказал, после первой не закусываю. Вы, наверное, скажете, между первой и второй пирамид очень большой. Но это не про Ромку. Ребята, что вы все про Ромку, да про Ромку. У меня, между прочим, новость. Я теперь живу со жгучим блондином. Арина, то, что твой дед снова себе на голову перекись пролил, не повод для гордости. Кстати, на сцене сейчас промелькнул Света. Как вы поняли, после игры наша команда уже ничего не ожидает, потому что Светлана отвечала за коньяк в гримерке. А наша команда считает, что настоящий начальник должен поддержать своих подчиненных всегда и во всем. К чему мы это ведем? Дмитрий Аверов, у нас тут ребята в Ростелекоме работают. Здрасте. Так вот как он выглядит! Так вот же и портрет рисует бригадистка между Иконом и Путиным. Не посорься. А бригадир каждое утро подходит, тряпочка протирает, целует, говорит, что... Ром, ну все, в конце концов. Ну, как вы, наверное, уже догадались, свои лучшие шутки мы оставили на финал. Но есть такая маленькая вероятность, что мы туда не попадем, и наши шутки попросту сгорят. Короче говоря, воспользовались схемой... Ну а пока выступление окончательно скатывается в тар-тарары. Куда-куда? В тар-тарары. Куда-куда? В тар-тарары. Куда-куда? Алина, ты прикалываешься? Чуть-чуть делаю. Чего ты так опоздал-то меня? Да потому что ты, Влад, меня недооцениваешь. А я, между прочим, пришла сюда, чтобы удивить всех мужчин в зале. Удивить мужчин? Я тебя умоляю, максимум порадовать. Друзья, а вот и долгожданный момент выступления. На сцене, наконец-то, появилась наша шатлева. Симметрия. А у вас наверняка вопрос. Почему этот притаившийся тигр до сих пор не сдал свой рык? Так просто Денис выжидал удобного момента. Денис, давай. При своей смешину встречаю, но в толпе не замечаю. Стоп, что за мужик подошел? Дай мне сюрприз надежды, Надя, теперь Андрей. Друзья, а мы тут посидели, покумекали и решили, а почему бы нам не выиграть полуфинал? Так говорится, раз в год из ум стреляет. А с вами была команда «Какое-то сомнительное мероприятие». Да. Спасибо. Текстовая трансляция, а также самые свежие новости с игры и первыми итоги игры опубликует портал «Первый Липецкий» www.lipec.ru. Мы благодарим их за такое внимание к нашим играм и надеемся чаще попадать на страницы этого ресурса, возможно, с какими-нибудь еще положительными новостями. Это да? Вы знали, что это показывает, но вы меня будете. Ну, допустим, это да. Поэтому мы начинаем. Начинать. На сцене приветствие от следующей команды. Их версия пути к Олимпу, которая прервалась и возобновилась на летнем кубке у ребят. Команда КВН «Просто случай». Добрый вечер, дорогие друзья! На сцене команды КВН «Просто случай». Вот мы в полуфинале. Ну что сказать? Так, Денис, ты можешь молчать хоть секунду, а? Дорогие друзья, мы в полуфинале, и поэтому...
Ну и что же будет? А будут вредные советы. Вредные советы со сцены говорить нельзя. Григорий Остин писал. Писал. Нам можно? Можно. Это со мной? Нет. Буби. Пус. Дважды два. Три. Четыре. А счет окончен. Вредный совет номер один. Маленький мальчик засунул два пальца в розетку. Все, что осталось, свернули в газетку. И что? Вот та самая газетка. Идет! Так, тебе на Т. А, Т, Т, Томск тебе на К. К, К, Коля! О, Коля Томск, очень приятно. Парни, соберитесь, а на кону выход в финал. У вас есть миниатюра? Ну, конечно, не сдавайте, не свыйте, подведи. О, Коля, как ты передо мной двери закрываешь? Не могу выйти миниатюру подвести. Берись обратно, а? А я не могу. Коля, открой. Кто там? А ребят, хватит дурачиться. Так что у нас дальше? Дальше снова вредные советы. Совет номер два. Куда идем с пяточком? Большой-большой секрет. Секретов нет, идем бухать, пошли. Опа. Браво, 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 господа, браво. Спасибо. Как там часа? Вы что, издеваетесь, что ли, а? Я что, маленький мальчик, что ли? Слушай, ну я бы не девочка, да? Не знаю, надо жене позвонить. Алло, Свет, кто там? Мальчик? Ага, сколько? 3500, мальчик 3500. Мальчик 3500, поздравляю! Так ты заткнись! Парни, вы понимаете, что вы этой палочки Твикс? Сладкие? Невкусные? Нет, одна с одного завода, другая с другого. У Карл! О, Эрл! У Карл! О, Эрл! Эрл, очень приятно. Очень приятно, Карл. Кстати, моя палочка намного больше твоей. Покажи. Что ты показываешь, а? Мне это все надоело, я ухожу. Слушай, как ты не ложиться? Может быть, обратно Кузю позовем? Он хорошо ложится под спанчбоба. Ни под кого не ложился! Кто? Кто не ложился под спанчбоба? А, да, стоп! Вот, они, вот, мне все не видел на месте. Я сейчас был за куристами и узнал, что у всех команд есть смешные номера. У вас есть хоть один? Мы сейчас посмотрим. Там хор. Хор? Вы адекватны? Да! 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 Нет! Да! Да! Поймал! Поймал! Кое-кого поймал! Шизу поймал! Держи ее крепче, я знаю, куда звонить. Алло, скорая, мы шизу поймали. Как вы остановитесь? Ой, да как же с тобой скучно! Может, козла сыграем, а? Да давай, так ты козел. Опа! А что это? Постоянно про игру в эту игру. Не играем про игру, козел. Так что, ребят, в финале. Дорогие друзья, а что ты хочешь сказать в конце? Дело в том, что я вовсе не кандидат этой команды. Я уже давно выпустился из университета и работаю. А вы, наверное, думали, что я тупой, да? На самом деле это не так. Я в этом году заканчиваю политех и иду на красный диплом, да. А я, на самом деле, не Аня. Я Ларис. И работаю в Дрезмене в Пятерочке. Коль, смотри, себе меч, как в «Звездных войнах» купил. Давай попробуем. Да и так, Коль. Вот так. Как ты так делаешь, Денис, а? Коль, дай сюда. Че, батарейки, что ли, сильные? Ай, Денис, он всегда такой. С вами была команда «Квент Просто Случай». Мы есть жизни каждого из вас. Вы только оглянитесь.
Все свежие новости Липецкого КВН, а также молодежной жизни Липецкой области вы всегда найдете в группе «Худсовет 2.0» ВКонтакте. Ссылка на группу есть на ваших билетах. Присоединяйтесь, наверняка вам понравится, понадобится и понравится та информация, которая там периодически появляется. Ну и прежде чем на этой сцене будет все хорошо, мне бы хотелось довести до вас информацию от партнера мероприятия группы компании «Су-5», представляет жилой комплекс «Европейский». «Европейский» — это современный микрорайон с продуманной инфраструктурой, удобными квартирами и доступными ценами. Жилой комплекс «Европейский» — жизнь на высшем уровне. Это опасно. Все отлично. Спасибо. И на всякий случай, радуйся жизни с юмором FM Липецк. На волне 99.4 FM. Юмор FM Липецк. 99.4 FM. На сцене 4-е приветствие 2-го полуфинала на тему «На пути к Олимпу» от команды КВН. Все хорошо. Дорогие друзья, в полуфинале команда КВН «Все хорошо» решила играть по-взрослому. На пути к Олимпу посмотри. Мы свернули с верного пути. Главное момент не буду пустить. Магазин найти, кассе подойти, купить до 9. Совсем офигели? Вы почему так вырядились? Так тема игры на пути к Олимпу. А как видите, поход на этом пути где-то в Макдак свернул. Вообще-то, я Аполлон. Слышь, Аполлон, а это что? Доспехи Бога! Да меня это так на подношениях разнесло. Так угомонитесь. Ты шутник, кто такой? Ну я Гефест, бог огня, и что? Знаешь, Дима, если пьяный в костер упал, это ж ничего не значит. Ой-ой-ой, посмотрите на него! Такое ощущение, будто великан с мешком цыган проходил, а сам он страшный, и там вырыгал. Так, с вами двумя все ясно. Ты третий, кто такой? Погоди, я сам догадаюсь. Ты дебил. А вообще-то я бог секса. Интересная ситуация. Бог секса, который сам ни разу не грешил. Ребят, вы что, не понимаете? Полуфинал — это серьезная игра. Вы что-то приготовили? Да-да-да-да-да. Ну что, приготовил? Мин, ну тебе бы только пожрать! Дорогие друзья. Да-да-да-да-да. Мне бы только пожрал. Мало кто знает, что группа «Иванушки Интернешнл» изначально состояла из одних рыжих. Пацаны, вам по 25 лет. Вы на себя хоть посмотрите. Да ладно тебе, Диман. Чего ты начинаешь-то опять? Ты вот в предыдущих выборах участвовал? Мы тебе, между прочим, помогли. Ролик классный сняли. Внимание на экран. Приходи на выборы и голосуй за Дмитрия Протопопова. Я обещаю взять образование в свои руки. Я улучшу условия жизни каждого. Я не искореню преступность, я ее просто узаконю. Я не позволю пропасть уже пропавшим продуктам. Ешьте, люди! Я очищу этот город.
Дмитрий Протопопов. В горсовет, чтоб красть и не стесняться. А ну подошли все сюда. Пацаны, вы что, не понимаете, что вы от игры к игре становитесь все тупее и тупее? Мить, что ты делаешь? Тебя так вкусно фаршем пахнет. Да это корпоратив МПК Чернышова и вел гонорар продукции отдали. О, закуска! Дим, успокойся. Вот Дмитрий Николаевич старался, в жюри уважаемых людей позвал. Да они тут сами через того. Не прочь. Дим, да ты достал уже. Чего ты пихаешь везде свой стаканчик и добавил санкции? Ты что, ворочишь? Ты что, Митьку убил? Женя, вызывай полицию! Алло, полиция, приезжайте скорее, у нас убийство, Московская, 30. Через 10 минут к нам подъедет лейтенант Алексей, темно-синий бобик, номер 691. Женя, вот что ты несешь? Ты иногда понимаешь, что ты говоришь? Мить, прекрати жрать, пацаны, меня реально достали уже. Тим, погоди. Ребятами собрались и теперь подготовили подарок. На, держи, золотой перстик. Спасибо, пацаны, вот реально от вас не ожидал. Ну только ты его сам с руки сними, а то мы крови боимся. Вы что, идиоты? Отвечай. Вообще, это был риторический вопрос. Так сегодня последняя капля была. Пацаны, финале. Дорогие друзья, осень – это прекрасная пора. Пора, в которую были влюблены все наши поэты. И в это замечательное время мы желаем всем вам, чтобы сбывались все ваши самые заветные мечты. Дим! Ну а что, осень, мечты сбываются? Я буду молодым жить до конца. Все хорошо, ваши аплодисменты. Друзья, мы увидели по конструкции игры, нас дальше ожидает триатлон, а сейчас нас скоро ожидает оценки за первый конкурс, поэтому давайте под ваши аплодисменты команды на сцену. Все, выходите все. У нас... А, вот так. Я понял. И хорошо, от максимум 5 баллов в порядке выступления, то, как шли приветствия второго полуфинала. Трио де Жанейро. 4-4, 4-5, 4, 4-4, 4-5, 4. Команда КВН «Сомнительное мероприятие». 5-5-5, 4-4, 5-4, 4-5, 4. Команда КВН «Просто случай». 5 баллов. Все судьи. И команда КВН «Все хорошо». 4-4-5, 4-5, 4-5, 5-5-5. Ну, в общем-то, биатлон, который второй круг подряд под условной темой «Плей-офф» проходит, по тому же принципу и строится. Огневой этап состоит из двух реприз, и если жюри не договорилось с Дмитрием, то тогда может появиться второй штрафной группы. Ну и до тех пор, пока кто-то не сдастся в этой ситуации и не начнет принимать решение. Итак, я первый круг объявляю команды для того, чтобы на всякий случай вы фиксировали, чьи репризы прозвучали. А вообще, так, готовы, ребят? Ну, тогда будем начинать. Команда «Трио де Жанейро». Привет, котики, еще раз. Начнем. Многие не замечали, но мясо и рыба на центральном рынке выглядят гораздо свежее продавщицы. Секс с федеральным судьей заканчивается фразой «А у меня все, ваша честь». Да,
дальше, на мой взгляд, сомнительные мероприятия. Водитель липецкой маршрутки решил удивить пассажиров и сдал на права. Дрессировщик 2 часа смеялся над картавым львом, но тот все рычал и рычал. Просто случай, пожалуйста. Новый альбом Егора Крида вышел на CD-RV, чтобы туда можно было записать нормальную музыку. На самом деле выход сборной России на Евро-2016 продуманный ход Путина. Сборная должна вывести из Франции полотенец и мыло на полную стоимость Мистрали. И команда, все хорошо. Целыми днями напролет Андрей любил укутываться в одеяло, смотреть в окно и пить крепкий чай. Больше занятий в тюремной камере не было. Анечка любила, когда с ней плохо обращались, поэтому ты и пошла работать на Вот ТВ. Ну тут, видимо, мы что-то не знаем про себя, да? Я так понимаю. Почему-то не знаем мы, знают ребята из команды, что все хорошо. Так, коллеги, в общем-то, как и в первой игре, сейчас все говорят свое мнение по поводу того, кто первый покидает этот конкурс. И если вдруг общее мнение удается свести к большинству, то мы принимаем решение. Все, вот так. Штрафной круг, сомнительное мероприятие и кроквинс, все хорошо. Готовы, ребята? По одной штучке, давайте. Банку Кока-Колы с именем Ахмед страшно дергать за кольцо. На самом деле, человек, который долбит стены перфоратором по утрам, одинокий, несчастный, замкнутый в себе тварь. Но с обоими ораторами тяжело не согласиться. Просто у меня у соседей ремонт. И, видимо, все-таки какое-то надо принять решение. Вот так. Спасибо, команда, все хорошо. 0,6 балла. А мы играем второй огневой рубеж. И у нас по двери призы, пожалуйста, начинаем, как говорится. Продолжаем. Мало кто знает, но одной из крыс, бегущих с корабля в фильме «Титаник», играл Михаил Пореченков. Если перед матчем «Металлурга» выпустить бомжа потанцевать, то он не успеет переодеться, и команда останется без нападающего. Блондинка неделю каталась в лифте, но ее остановку так и не объявили. Отдыхающие в Египте русские словами «О, сыр дельфины!» ввели в ступор местных акул. Пожалуйста. Дочка солисты группы «Руки вверх» вспоминает про отца только когда расстается с парнем. Липецк является самым романтичным городом России, так как благодаря выбросу шлаков только у нас можно встретить рассвет в 5, в 8 и в 10 часов вечера. Решение, у них нет штрафного круга, а эти, и наоборот, да?
Что, что? За что? Так, принимайте решение, что вы говорите. Я должен принять решение? Штрафной круг на все три команды. Окей, вам. Бога ради. Это нужно было быстрее сделать. Так, мы прослушали весь материал до этого. Давайте мы еще что-нибудь послушаем. Можно? Мне сказали, между каким. Дмитрий Александрович, давайте вы подеретесь. И кто победит, решится в этом честно. У меня есть человек, которого я слушаю, да? Вот вы уговариваете Дмитрия Крикунко, пожалуйста. Между всеми командами по одной репризе. Готовы? Давайте похлопаем так сложно. В грязинских гостиницах люксом считается любой номер, где вместо окна грейпфрут. У Бутаны Аншевы в медицинской карте беременность записана как производственная травма. Школьный учитель футбольного липецкого «Металлурга» выбирал ногу ученика, чтобы начертить кривую линию. Я не могу. Я на втором слове перестал понимать, что я прошу, прошу. Друзья, ну вот теперь, когда окончательно вы погрязли, а зрители начинают многозначительно коситься на первый ряд, нет, они косятся на оба первых ряда и немножечко на текстовую трансляцию от первого Липецка. Спасибо, Трио де Жанейро. Давайте мы полемику перенесем. Итак, у нас последний огневой рубеж. Я надеюсь, что порох в пороховницах еще остался. Итак, сомнительное мероприятие, пожалуйста. Девочка с большим количеством пирсинга зашла в магазин с магнитиками и притянула весь прилавок. Ковалев застал врасплох не только дорожных работников, но и жену с любовником. Давайте вы попробуйте. Очень добрый судья выносит приговор на блюдечке с голубой ракоемочкой. Со словами «честное слово», да я на дерево ходил, елецкий егерь сбил 4 американских беспилотника. Вот если мы минуем страну Каламбурию, то, может быть, там было здравое зерно какое-то. Слушайте, нам надо как-то вот, коллеги из комитета, давайте подумаем, что биатлон надо автоматизировать. Да? Победил просто случай, друзья. Я, коллеги, давайте так, у нас будет для жюри отдельный раунд, потом в поле. Вы сможете делать старт, а приходите, я вас приглашаю, потому что, судя по всему, будет махач. А судя по Алексею Запрыкину, он будет веселый, веселый махач. Да, я, собственно, что бы хотел дальше сделать? Я бы хотел вас пригласить в третий конкурс, который сегодня команда показывает. Вот. А судя по тому, что какой-то экшен уже начался, и Антон Кузьмин уходит в образ, дам вам успеть за Антоном Кузьминым. Я предлагаю под ваши аплодисменты объявить конкурс одной песни на сцене команды КВН «Просто случай». Встречайте! Дорогие друзья, все мы ездим отдыхать, и когда мы приезжаем на море, мы хотим замутить какой-нибудь курортный роман. Итак, давайте представим. На берегу Черного моря. Утром путали, чужие дали, оторвусь на сухоту, зря что ли о чем бежали. Найти девчонок, так в чем проблема? А пошли чухов на качестве вечером 60 лет, женщина, я танцую, женщина, а
Женщина, я танцую, женщина, а я танцую. Обещаю, будет классно, знаю, ведь любить опасно. Ну где ж девчонки, зря что ли ехал? Не придут сейчас подруги, я ж сорвусь и на Олега. Куда заходит, пусти Олега? Что с мальчишкой приумный, вечером жить дискотека? Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, помоги мне с танцем. Женщина, есть подруги, женщина, а есть подруги. Есть у меня тут девчонка, заходи сюда, сестренка. Женщина, я танцую, женщина, а я танцую. Я ведь супер мачо, пониже ли торчачи. Заколдовала и закружила своей фигурой, опорожила. А ты с Камчатки, а я с Ростова, и все у нас с тобой будет готово. Дорогие друзья, и что вы хотели сказать этим номером? Приезжайте отдыхать на русский юг, и может быть у вас получится какой-нибудь курортный романтик. Своего команды говорит просто смочи. Спасибо. Вы знаете, одна радость есть точно. Что бы ни происходило на сцене, команда, дошедшая до полуфинала, обязательно в конце говорит какую-то общую хорошую мысль. Мораль там или вывод. В общем-то, ну, какой-то сохраняя надежду на здравомыслие всего происходящего. Я научным горьким опытом, пожалуй, почитаю вам что-нибудь, пока все участники следующей команды не покажут мне, что они готовы. Вот. Ну, например, что 24 октября в КТЗ ЛГДУ пройдет первый стендап-фестиваль. 24 октября, это какой день недели? Суббота. Через сколько? Я прям по педагогике иду, задаю уточняющие вопросы, смотрю, кто услышит. 24-е это суббота, во сколько? В 19. В 7 часов в субботу. Вы такие в 5 часов говорите, что же нам сделать? И в 5.15 уже одеваетесь, а в 5.30 выезжаете. И уже в 18.30 вы в ККЗ в ГДУ, а в 19.00 вы просто на всю катушку получаете удовольствие от того, что с вами делает ведущий этого сумасшедшего умопомрачительного мероприятия Алексей Сапрыкин. А он будет готов к этому мероприятию. По крайней мере, он мне это обещал. Ну, а у нас конкурс одной песни в исполнении команды КВН «Сомнительное мероприятие». А многие современные девушки наверняка сталкивались с такой проблемой. И об этом наша песня. Хочу себе найти я мужика, такого прям крутого. 7 лет я пошел на заводе, закончу 9 классов интеллигенции вроде. Могу отличить, звонит, отзвонит, проверил, звонит. Девчонки, вижу взгляд на мой второй разряд. Ну что, давай решайся, смена через час. А ты простой, рабочий заводской. На шее 3 кредита. Зато у меня 3 лады Калины. И денег нет, ведь ровно твой обед. Пока твой не защита. Фигайся, тоже мне элита. Так, а ну-ка нищеброд в сторону. У меня есть деньги, и этим все сказано. Самолет до Ниццы уже заказан. Джакузи, шампанское, яхта в море. Со мной ты не будешь знать горя. Проблема есть одна. Когда звонит жена, ты ротик свой закрой и просто помолчи. Твои воды вообще здесь не нужны, ведь у тебя есть внуки. Куда они примерно твоего возраста? Ты посмотри, ведь тосты ты внутри. Ну, куда ты тянешь руки? Дай себе другую. Опа! Извините меня, я тут рядом шел, но тут сюрприз большой, мадемуазель нашел. Прошу прощения, могу спросить у вас за меня рублей 10. Мужчина, кто вы есть? А можно мне присесть? С тобой мне хорошо. А ну-ка отошел, а ты такой, алкаш, ты весь хромой. Ты весь собьешься просто. Нормально же общаешься, началось-то. Ты посмотри, ведь вы...
уж не очень. Друзья, а что вы хотели сказать этим выступлением? Постарайтесь получить то, что любите, иначе будете любить то, что получили. Джордж Бернард Шоу. С тебя 90 рублей. Это была команда «КВ». Сомнительное мероприятие. Спасибо. Спасибо, ребята. Я хочу сказать, что таким голосом цитату из «Контакта» давно никто не произносил на этой сцене. Наверное, будет правильно напомнить вам, что 13-14 ноября в киноконцертном зале Липецкого государственного технического университета состоится традиционный фестиваль творчества первокурсников «Осенние дебюты». Поэтому приходите, начало в 17:00, 8 творческих коллективов, 8 факультетов технического университета покажут вам программы и откроют тайну, ответят на вопрос, какие студенты поступили в ЛГТУ в этом году. А мы обращаемся к ребятам, готовы они или нет, смотрим. И тогда на этой сцене я с удовольствием объявляю конкурс одной песни от команды КВН «Трио де Жанейро». Тема конкурса одной песни «Битва за медаль». Наша песня посвящена победе России в Отечественной войне 1812 года. Итак, музыкальная реконструкция битвы Кутузова и Наполеона. И сбежим, ведь мы не кошки, у нас одна только жизнь. А может быть забудем все и сбежим в Сент-Этье. На Сент-Этье Кутузов не найдет, мы там и спрячемся. После поедем летом, пол и перепрячемся. Боже, 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 Бонапарт, о чем ты говоришь? Ты же полмира захватил. Тогда план очень просто, записывай. Наступаем сначала на грязи, а потом на Москву. Ну, понимаешь, да? Чтобы выйти из грязи в грязи. Бонапарт, ты дурак! Что? Ты же так ничего не добьешься, чтобы в грязи попасть. Ты сначала по Сое пройдешься. Сое, Господи Минское, улица чудес. Сое, Господи Минское, заведет французов лес. Подыскала, а откуда вы не сложнее, чем из Сыскала? В общем, во всем конец. Все то, что ты сейчас сказал, глупые боты, слушай, что ждет Россию после 200 лет нашей войны. Мы с акцией с Европой наложим сыр, перестанем обвозить на евро, уничтожим. Товарищи, друзья, мы приветствуем вас на чемпионате Европы по футболу, где встречается сборная России и сборная Франции. А может быть, мы бросим все и сбежим. Жбек, не умеем. Куда мы сбежим? А сейчас мы на парке. Я звоню в бар Клайд Анатолий. Он для нас привезет 1000 литров алкоголя. Мы его разобьем. Разыграется русская мощь. И тогда уж, Бонапарт, тебе никто не сможет помочь. Сыр можете не привозить, бульдозером пройдем. Все, что вы не привезли, бульдозером пройдем. Вашу сборную бульдозером пройдем. Армию мы твою сейчас бульдозером пройдем. Кутузов, а ничего, что бульдозеров-то еще не существует. Да? Ну изобрести! А больше мы забросим все и сбежим навсегда.
Испокон веков смотреть на то, как враг склоняет голову перед русским, бесценно. А на все остальное есть бульдозер. Рио де Жанейро, любите свою родину. Спасибо! Спасибо большое, это был конкурс одной песни от команды КВН «Рио де Жанейро». Ваши аплодисменты. Команда КВН «Все хорошо» выражает благодарность Ведилину Юле, Плотникову Алексею, Попову Денису и Максиму, Мелякову Евгению, Мазаеву Виталию, Басовскому Андрею, Артемову Евгению и Скуматову Павлу, а также отдельную личную благодарность за помощь и неповторимую поддержку Русанову Евгению. Вот. Но, пожалуй, прежде чем мы пригласим на эту сцену еще один конкурс одной песни, я бы хотел напомнить вам, дорогие друзья, что любой сезон имеет свой финал. И 12 декабря ориентировочно, Ирина Викторовна, кивните мне. Не факт, да? Ну, пока что вы следите за новостями в группе «Худсайд 2.0», но мы надеемся, что 12 декабря мы встретимся с вами в этом зале на финальной игре. Это будет суббота. Начинать мы будем тоже ориентировочно в 16:17, чтобы у вас осталось время для вечерних мероприятий. Но и там мы будем не только определять чемпиона сезона, и не только вручать путевку на сочинский фестиваль. Мы еще, я надеюсь, сможем презентовать новый проект. Совместно с редакцией газеты «Молодежный вестник», администрацией университетской лиги и при поддержке Управления по делам молодежи областного мы делаем, ну пока я не знаю, насколько там что готово, но в общем-то многим сидящим в жюри уже должны были позвонить и попросить дать интервью. Мы делаем, ну может быть, если не книгу, то книжульку к десятилетию лиги, которую мы бы хотели презентовать здесь на финале в этом году. И даже если мы не успеем еще ее написать, мы попытаемся все равно показать, что у нас уже получается. А уже в следующем году, в 10-м сезоне, заканчивая большой период в жизни лиги, мы надеемся, что мы сможем в одном из игр, может быть, даже очень много таких книг подарить или раздать. КВН 80-х, КВН 90-х и КВН, Василий, вы в какие годы играли? 60-х. И КВН, Василий, а ведь люди, некоторые воспринимают вас всерьез, понимаете, до сих пор. Например, Евгений. Мы готовы? Потому что наверняка что-то получится, если вы нас поддержите, нам будет приятно. А может быть там появится... Спасибо. Может быть там появятся какие-то еще открытые тайны. Вот я могу перемигиваться с человеком из лица, может быть они тоже присоединятся к написанию этой книги. Нам бы хотелось, чтобы это была общая такая картина. Что происходило с движением КВН в разные годы, которые мы можем найти живых свидетелей, вспомнить и хотя бы по два абзаца туда включить и по одной фотографии. Бог его знает, что из этого выйдет. Молодежный вестник взялся нам помогать. Дай Бог им сил, дай Бог нам всем, чтобы у нас все получилось. И было все хорошо. Как сейчас будет на этой сцене. Конкурс одной песни. Песня «За медаль» в исполнении команды КВН. Все хорошо. Встречайте. В последнее время на нашу великую страну многое навалилось. Но спросили бы у русского, как его дела, он ответит: все хорошо. Давних времен и в Москве, и в Сибири, и в снегах, и в льдах русские жили. Сажали березы, детишек растили, мы даже медведя к лотку приручили. Каждую зиму европейцы пугались, мы всей страной по ночам раздевались. Мы ходили из дома, на крещение встречались, вода минус 40, русские купались. 9 мая мы парад проводили, мощью страны весь мир удивили. Плачет Обама, плачет Меркель в Берлине, русские на площадь по плесу носили. У нас две беды, как нам говорили, все дороги в стране дураки положили. Те подвеску оставят, все иномарки без проблем пролетают, русские танки. Российский футбол всегда мы любили, тренировок иностранных никогда не просили.
спросили, зачем мы капелла столько платили? Слух не пришел. Русские забили! Вам не понять, аршина молча, никому не измерить. У них, друзья, особенность стать. В России можно только верить. Команда говорит, все хорошо. Спасибо. Я буду молодым жить до конца. Лететь как новый план, если жить тот одна. Не шагу назад. Друзья, у нас традиционно возникает момент, когда люди, которые пришли сюда ради творчества, и им все равно какой результат и какой финал, мы специально затаив дыхание даем эту минуту на то, чтобы нас покинули. Давайте так, вот минута, и мы не обижаемся. Все, кто хочет попасть в очередь в гардероб заранее, спасибо. Все, чьи дети и братья выступили, и смотреть больше не на что. Спасибо. Все люди, у которых есть еще дела, спасибо. Останьтесь только те, у кого нет больше дел. Те, кому некуда спешить, кому некуда. Рэп просто был, навалилось. Нечего терять, спасибо. Нет, на самом деле, уважаемые люди нас тоже покидают. И не становятся менее уважаемыми при этом. А мы тем временем выставляем оценки и готовы, собственно, приветствовать команды на сцене. Финалец разыгрывается путевки в финал. Команда «Кайф Рио де Жанейро». Команда «Кайф Сомнительное мероприятие». Команда «Кайф Просто Случай». Все хорошо! Я не знаю, вы следите за оценками или нет, я абсолютно потерялся, какой счет, кто куда ведет. Понятно, что сейчас идет вброс, судя по Василию. Ну, просто он улыбается, как будто знает, что происходит. Нет, Василий, есть в этом плане от вас отличия, я не знаю ваших оценок, но вместе с тем мне бы хотелось, чтобы вы помогли дать мне микрофончик, да? И передать этот микрофончик, если возможно, в жюри. Вот сейчас, по итогам игры, пока еще мы не омрачили нашу дружбу поднятыми табличками. Два слова, буквально. Вот главные слова, которые вы хотите сказать после этой игры. В наши 60-е с Василием годы КВН был другой. Вот. Мне понравилось, что он стал патриотичным, стали показывать отрывки из футбольных матчей, предлагая показывать отрывки из фильмов патриотичных. Очень хорошо, что находятся отрывки, где мы забиваем. Да, мы можем почаще. Приятно. Да. Ну, в целом, мне игра очень понравилась. Большое спасибо командам, несмотря на то, что были заминки и очень поздно уже. И большое спасибо болельщикам, которые не ушли и остались в зале. Алексей Сапрыкин. Опять было очень смешно. Местами даже смешнее, чем Воронины. Спасибо. Всех нас любит Бог Кузя. Сапрыкин пишет Кодовский, чтобы здесь озвучить. Ребята, были прям приветствия или биатлон, когда почти разочаровывали некоторые команды. Но потом они выстреливали неожиданно и приятно. Спасибо, что вы не расстраиваетесь там из-за каких-то неудач, а старайтесь до конца идти. Молодцы, спасибо. Ну, как бы мы посмотрели... Вы едете в Сочи, я помню. Ну, да.
Мы поняли, что мы точно поедем в Сочи. Теперь, когда у вас есть материал... Как бы да. Сапрыкин. И материал, и Сапрыкин. Да. Любезно согласился нам написать материал. А ребята, сами того не ведая, добавили туда свой, как бы, здорово, классно. Но последний, конечно, вот патриотический момент, он прям... Да. Я вообще, когда Путина на экране вижу, я прям сразу хочу пойти за страну воевать. Я вижу товарищей, которые в зале закивали и записали за вами. Все нормально. Да, спасибо, все. Все хорошо. Лен, ну я и за тебя, и за себя. Ну, как говорят ВКонтакте, да, мы... Мы полюбили то, что получили, и вообще любим то, что получаем. Спасибо большое. Второй пул мне получился даже интереснее по команде. Спасибо. Спасибо, Елена, большое. Сергей? Ну, а лирическую музыку зачем? Перестаньте режиссировать момент. В этом моменте вы просто говорите слова. Готовы? Друзья, мы здесь не знаю. Ну что, хотелось бы сказать вам всем. Если вы заметили, то КВН — это не один конкурс, это три. И если вы где-то выстрелили, а где-то провалились, такой результат. Ну а крайнее выступление — это провокация. В любом случае, спасибо вам. Андрей Валентинович, ну так случилось, что теперь ваш черед. Выключайте, ради бога. Можно я музыку, в принципе, это. Когда я был еще маленький, я тоже смотрел. Включай. Полуродного, Василия Васильевича. Да, 60-х, 90-х. Ну что можно сказать, что да, вот вторая игра сегодня действительно оказалась... Не, я мог уже рэп начал читать. Тогда другой. Но можно выключить, спасибо. Вы знаете, да, оказалось, вторая игра — это такая, как группа риска. Потому что, в принципе, все команды ровные, и в то же время необычные. И, будем говорить, меня лично сегодня потрясли просто случай. Ребята, то есть, я не знал другого, то есть не знал я команду до этого, да? То есть они... Вот, и чем хорош КВН? То есть никогда не ожидаешь, что будет дальше. Ребята, так держать. Удачи. Спасибо. Василий. Ну и что хотел сказать Андрей Валентинович своим выступлением? Ах, какой КВН сегодня был. Замечательно. Спасибо, друзья. Жюри надо рассаживать. Я бы сказал, крючковать. Нечего добавить. Слушайте, остановитесь. Да-да-да. Спасибо жюри за такие емкие и местами содержательные высказывания. Ну что ж, а мы традиционно приглашаем в этот раз Ирину Викторовну, стоять начальника отдела по организационно-культурно-массовым мероприятиям Технического университета для также уже излюбленного традиционного награждения команд. Давайте, Ирина Викторовна, скажите. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что пришли поддержать студенческое творчество. Надеюсь, сегодня вам было весело и интересно. Отдельное спасибо также за последнюю патриотическую песню. Я что-то даже на КВН просто лизилась. Вот не от сентиментальности, а вот именно, да, от, что такое КВН тоже может быть. И оно выстреливает. Это выстреливает всегда. Спасибо. Ну и также продолжаем наше награждение. Дипломами награждаются команда «Трио де Жанейро». Команда «Все хорошо» также наши выпускники. Приятно. Команда «Просто случай». И команда «Сомнительные мероприятия». Спасибо, приходите к нам. Спасибо, Ирина Викторовна. Но я напоминаю, что у нас есть призы от компании «Су-5». У нас есть еще какой-то момент, Дарья, помогайте мне. Все нормально, да?
Окей. Друзья, ну тогда я готов просить вас поднять оценки за конкурс одной песни. Итак, команда КВН «Просто случай». 4-3, 4-4-3, 4-4-4-3-4. Команда КВН «Сомнительное мероприятие». 4-3, 4-4-4, 4-4-4-4. Команда «Трио де Жанейро». Все судьи 5 баллов. И команда «КВН «Все хорошо». 4-4-5-5-5, 5-5-5, 4-5. Друзья, я озвучу результаты, с вашего позволения, и напомню, что у нас по регламенту в финал попадает 2 команды. Но я прошу сразу вас не расходиться. Итак, результаты второго полуфинала. 9,2 команды КВН «Сомнительное мероприятие». 9,8 команда КВН «Просто случай». 9,9 команда КВН «Трио де Жанейро». 9,9. Ну и учитывая, что я ничего не видел той игры и смотрел игру так же, как вы все, я имею право на реплику. Я приглашаю в финал команду КВН «Просто случай».